И сейчас с нами на связи Андрей Клочко, народный депутат Украины. Андрей Андреевич, здравствуйте. Сейчас у нас будет связь с Андреем Андреевичем. Как известно, Гостомель – это один из наиболее пострадавших городов Киевской области. В первый же день после нападения, 24 февраля, там были и появились войска оккупантов. Шли достаточно тяжелые бои, и практически весь город пострадал. Как сейчас идет разбор завалов и как сейчас выглядит город, узнаем у Андрея Клочко. Он у нас сейчас уже на прямой связи. И мы знаем, что Андрей Андреевич возвращается сейчас из Гостомеля. Андрей Андреевич, приветствуем вас. Да, добрый день. Скажите, слава Украине. Героям слава. Вот вы сейчас были в Гостомеле. Какая ситуация в городе? Как он выглядит после оккупантов? После оккупанта выглядит тяжело. В данном Гостомеле на сегодня было проведено Тарасом Думенко, вместе со мной мы провели оперативное совещание с жилищно-коммунальным хозяйством. Наконец-то появилась руководитель его. Мы с работниками провели общее совещание для того, чтобы начать убирать. Параллельно помогает город Киев, коммунальные службы, которые вышли сегодня после разминировки некоторых улиц, уже вышли на уборку, на плановые действия, которые необходимы для того, чтобы город возвращался к нормальной работе, нормальной жизни. Я единственное, что прошу всех жителей Гостомеля, не спешите, пожалуйста, возвращаться. Потому что разминирование не прошло еще во многих местах. В городе еще опасно, и на сегодня нету пока ни света, ни водопроводоснабжения, не работают канализации. Поэтому очень прошу пока не возвращаться. Как только будет безопасно, я думаю, что и Александр Павлюк сообщит, и Тарас Думенко, начальник военной администрации, в обязательном порядке сообщит. И я думаю, что ваш телеканал даст полную рекомендацию, что можно безопасно возвращаться в дома. А скажите, вот какие смертоносные сюрпризы оккупанты после себя оставляют? Это что, растяжки, мины, что это? Смотрите, они оставляют очень много неприятных сюрпризов. Мы находили, ребята, которые производят разминировку, в Гостомеле работают более 3 групп. На сегодня, скажем, вся критическая инфраструктура была напичкана сюрпризами, как их называют, да, то есть это простые мины, это гранаты F1, это разные виды взрывчатки, которые наводят там, где запорные краны, что касается в некоторых, в жилых домах, это двери минируются, в двери в погреб минируются, в жилых домах элементарно, там, ну, то, что из последнего минирования духовок было, там, я уже не говорю то, что все знают, там, про стиральные машины, но здесь мы такого не находили. Находили духовые шкафы, которые минировались, минировались детские игрушки, минировались вход, калитка, которая, если оставались, или забор, то есть для того, чтобы нанести мирным жителям максимального ущерба жизни. Это варвары, это расисты, которые точно пытаются нас погубить. Но я хочу сказать всем, мы, украинцы, свободный народ, свободолюбивый, сильный, и мы точно одержим нашу победу, победу нашей Украины. Андрей Андреевич, мы, несомненно, в это верим. Уточните, пожалуйста, сколько людей оставалось в поселке во время оккупации российскими солдатами, и сколько сейчас в Гостомеле людей? Сейчас достаточно много людей, которые туда возвращаются, плюс очень много приезжает каждый день коммунальных служб людей. Какое количество было на момент, скажем так, оккупации временной, на сегодня мы составляем все эти списки. Я думаю, что как только мы соберем точную всю информацию, я или Тарас Думенко добавит эту информацию для того, чтобы не говорить о информации, которая не проверена. Достаточно много было людей, которые провели в погребах, которые сидели без еды, сидели без воды, но верили в наши вооруженные силы Украины, за которым все ждали и встречали как, не как героев, а точно ждали, пока наши придут. И в первые дни, когда мы проезжали по Гостомелю, люди, выходившие из подвалов, махали каждому, кто проезжал. Это было слезы радости, это было
неистовое чувство, когда люди с радостью и с душевной радостью действительно встречали своих, наших, украинцев. Андрей Андреевич, и с ненавистью провожали этих расистов, которые зверствовали в Гостомеле, которые убивали мирных жителей, которые творили страшные вещи, о которых даже не хочется говорить, но я думаю, что мировое сообщество даст этому оценку, и все расисты понесут правильную ответственность. Мы создадим эти списки и передадим соответствующие органы. Я уверен, что каждый, кто вел себя неподобающим образом ни солдату, ни человеку, ни мужчине, будет найден и его постигнет та кара, которую он заслужил. Скажите, пожалуйста, ну вот есть цифры в Чернигове, да, 70% домов разрушены. В Бородянке практически не осталось целых домов. Что в Гостомеле? В Гостомеле разрушения есть, мы их тоже подводим, но два дня назад из Министерства регионального развития выехала отдельная группа, которая на сегодня проводит полностью опись всех как жилого фонда частного, так и многоквартирного. По предварительному, то, что мы видим, такая же, скажем, пострадавших около 50%, так же самое, как и в Ирпене, достаточно много жилого сектора уничтожено. Тем или иным способом. Где-то повреждены, выгорели полностью дома, где-то повреждены крыша, где-то происходят какие-то действия, которые требуют там замены окон. На сегодня Андрей мы полностью... Да. Вот мы видим сейчас за вами движение такое автомобильное, плотное. Скажите, пожалуйста, вот вы фиксируете, сейчас жизнь возвращается более-менее привычная, большое количество жителей Киева возвращаются в город? Да, я вам скажу, что я как бы вчера проезжаю по Крещатику, увидел пробки, это не может не радовать. Люди возвращаются, Киев оживает, но я очень хочу, чтобы также ожил и Гостомель, ожил Ирпень, ожила Буча. И чтобы мы все могли жить под мирным небом. В Киеве очень много открывается, работает большая часть супермаркетов, работает достаточно хорошо инфраструктура, работает метрополитен, работает общественный транспорт. В Киеве ездят такси, в случае, если необходимо добраться, причем таксисты тоже уже не задирают цены, как мы видели с вами это, когда был ковид, о котором мы все забыли, да, когда таксисты поднимали в 2-3 раза цены. На сегодня это абсолютно адекватная служба, которая позволяет передвигаться по Киеву в случае отсутствия общественного транспорта. Андрей Андреевич, спасибо вам большое, что нашли время для проекта Freedom. И даже в дороге из Гостомеля смогли рассказать, что сейчас происходит в этом поселке. Андрей Клочко, народный депутат Украины, был с нами в эфире.